Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о зимней удочке от компании Акара. Моделька называется Ice Fishing Rod. Данная удочка поставляется в таком вот целлофановом пакете с кнопочкой. Здесь на пакете имеется такая вот наклеечка, которая у нас дает описание краткое удочки, что длина составляет 30 сантиметров. Ну и в принципе все. Сама удочка выглядит таким вот образом. Здесь имеется неопреновая рукоять. Также имеется два кольца зажимных, соответственно, для установки катушечки. Первое кольцо у нас неподвижно, и заднее кольцо у нас, соответственно, двигается по рукояти и дает нам возможность фиксации катушечки. Далее у нас, ну, кольца можно, соответственно, прокручивать. Надо сверху катушку, снизу, как угодно. Далее идет у нас такое вот основание, которое имеет тюльпан. И выдвижную часть, то бишь хлыстик. Балтик Компакт Акара. То есть выглядит удочка таким вот образом. Сюда нужно, конечно, докупить отдельно кивочек в зависимости от веса приманок, который мы будем использовать. Если мы будем использовать блеснение, то кивок более жесткий будем использовать. Если всевозможный мормышинг, ну, то есть мормышки, либо что-то, кивок здесь более нежный будет. Ну и, соответственно, установить катушечку. Здесь все довольно-таки просто. Удочка очень компактная, стоит она очень недорого, на мой взгляд. Качество изготовления выше всяких похвал. Единственное, конечно, вот, скажем так, возможно, кому-то это будет в минус, кому-то в плюс. Удочка, как можете видеть, она очень жесткая, очень грубая, она не амортизирует. Здесь обязательно кивочек. И обязательно уже будет, ну, игра с кивочком. То есть амортизации удилища здесь уже при игре никакого не будет. Если, может, кто-то захочет здесь просто тюльпанчик установить и блеснить данной удилкой, здесь не получится. Удилище само по себе грубое, и без кивка здесь, ну, вариантов больше нет. Однозначно могу порекомендовать за ту стоимость, которую просят за нее. Стоит она недорого, но качество очень и очень отличное. Приобрести данную удочку можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного магазина. Промокод Рыбалка34. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.